минувшую пятницу состоялось большое событие, которое не прошло незамеченным в нашем обществе. Круглый стол на тему введения ограничений на регистрацию в социальных сетях лицам, не достигшим 16 лет, позволил выразить мнение депутатов, юристов, неправительственного сектора, журналистов и, конечно же, специалистов, психологов и педагогов. Насколько актуальна эта тема для нас с вами, бояться социальных сетей или же не ограничивать доступ в то, чем сегодня увлечено все человечество? Доцент кафедры социальной педагогики и самопознания Евразийского университета, кандидат психологических наук Алия Мамбетальна сегодня в гостях нашей программы. Добро пожаловать в нашу студию, Алия Сактагановна. Ну и в первую очередь давайте поговорим, начнем наш с вами разговор вот с чего. Да? С чего появилась вообще эта тема? Да? Ограничивать ли сегодня доступ детям до 16 лет, скажем, в социальной сети? С чего? Насколько актуальна эта проблема сегодня для нас, для казахстанцев? Ну, как вы видите, эта проблема у нас была затронута уже на государственном уровне, и вообще этот вопрос подняли и инициировали в первую очередь депутаты Мажилиса парламента. И, естественно, мы, психологи, давно об этой проблеме говорим, мы проводим специальные исследования научные, и у нас как бы на научной базе уже все пришло к тому, что действительно есть какой-то вред от социальных сетей, от того, насколько человек там находится. Есть вред не только для детей, но и для взрослого населения. А мы сейчас говорим именно о детях, о детской психике, о ранимости детской психики. И самое главное, что здесь, знаете, комплекс проблем сейчас возник, как физиологические, как медицинские, как социальные, как психологические проблемы. То есть наши дети сейчас плохо социализируются в обществе. У них нет возможности налаживать контакты между собой. Плюс у них сейчас развилась гиподинамия. Как вы слышали, Казахстан у нас сейчас относится к ряду тех стран, где очень много людей с повышенным весом, да, лишним весом. Да. И наши дети не исключение стали. И вот вместо... все виноваты социальные сети. Естественно, потому что они действительно захватывают человека, человек погружается в этот виртуальный мир и уже живет виртуальным миром. Там все легко, там все доступно. И вот эта доступность, легкость, она и делает привлекательным эти сети и отвлекает нас с вами уже от того мира, от той реальности, которая есть на самом деле. И нам, знаете, жить в том нереальном мире, в виртуальном, намного легче, чем в реальной жизни. Нам там легче налаживать контакты. Чем пойти, скажем, на улице, чтобы побегать со своими сверстниками, погонять мяч, им легче. Конечно, легче сидеть в смартфонах. Тем более сейчас это все это уже удобно, и гаджетов существует множество. Да? Огромное множество. Хотел с вами поговорить еще вот на какую тему. Да? Насколько я знаю, что Казахстан сегодня находится в одной из передовых, к сожалению, стран в том списке, где очень повышен детский суицид. А связано ли это как-то с социальными сетями? Конечно, связано с социальными сетями. Также, вы знаете, по статистике мы сейчас вообще занимаем первое место Казахстан за 2015 год по попыткам суицида и по завершенным суицидам среди всех стран. И помимо этого, детский суицид у нас всегда входит в пятерку. Мы всегда в лидирующих, да, в лидирующих как бы рядах, и это не совсем хорошо. И когда как бы у нас провели исследование, естественно, активисты, я знаю, что активисты, адвокаты Алматы проводят сейчас это исследование, плюс мы, психологи, также проводим всегда периодические исследования, мониторинг социальных сетей делаем. И там очень много групп, где призывают наших детей казахстанских закончить свою жизнь самоубийством, для в принципе. Чего? Вот скажите, вот для чего-то эти создаются ведь какими-то специалистами, может быть, профессионалами, психологами вашими? В первую очередь, может быть, любой человек, вы знаете, может зарегистрироваться в социальных сетях. Любой человек в жизни испытал какой-то стресс. Так. И вот, например, один такой небольшой пример приведу. Молодой человек у нас создал такую сеть, этот Ульгам Келеда. И у него всего подписчиков 400 человек, например, всего 400 человек. То есть, грубо говоря, суицидально настроен. Он суицидально настроен, потому что его бросила девушка. И в результате этого у него развилась вот эта как патология, знаете, как навязчивая идея. И он теперь каждый раз, как только входит в свою социальную сеть, начинает описывать то, что у него плохое настроение, плохая как бы, у него сегодня не та погода, у него все вокруг плохо, и общество плохое. То есть он начинает всех обвинять, естественно, у него совсем другое было мотиватором, да. И он призывает теперь всех, кто у него является подписчиком, к этим действиям. И постоянно об этом говорит. А представьте, когда ты постоянно об одном и том же говоришь, что ты начинаешь эту проблему, и ты начинаешь входить в подсознание другого человека. И войдя уже, а детская психика, она очень ранимая. И у нас очень много сайтов сейчас, на которые также подписаны казахстанские дети, которые призывают, вот даже есть такие проблемы, не парься, если ты не сможешь сдать экзамен, у тебя есть всегда выход. И вот как лайфхак, предлагаю, знаете,
возможность создать петлю и повеситься, если вдруг ты не сможешь действительно сдать свой экзамен. Или же там какой-то... А если ребенок, тем более после стресса, скажем, не сдал экзамен? Не сдал экзамен, а он 50 или там сколько дней до экзамена оставался, он сидел и наблюдал за этой ситуацией, он смотрел, как его учили, как делать эту веревку, как намазывать это мыло, в принципе, и все. В итоге он может прийти и совершить эту попытку, потому что детская психика, она ранимая. Она как, очень... как бороться с этим злом, скажите, пожалуйста? Вот ну, с теми группами, которые сегодня существуют и призывают детей, и не только детей, может быть, и взрослых с неустойчивой психикой, да, покончить жизнь самоубийством. Ну, буквально вы слышали тоже, и в пятницу мы об этом говорили, что прокуратура Республики Казахстан, она постоянно борется с такими сайтами. У нас закрыто уже более 20 тысяч различных сайтов разного характера. Там и 20 призывы тысяч? К 20 тысяч даже сайтов, там и призывы к суициду, и это порносайты, и это эротика. И, то есть это очень много запрещающей информации, которая постоянно распространяется в сети. Ну, точно так же, как и они закрываются, точно так же, в принципе, они возникают по новой. Но единственное, на это нужно быстро реагировать общественности, и как только такой сайт увидели или какую-то угрозу увидели со стороны интернета, тут же нужно реагировать, конечно, что вот такая есть информация, или вот в сети что-то проступает. Тем более вся проблема в том, что создают это даже не здесь, не на территории Казахстана. Естественно, это в любой стране можно создать, а именно, знаете, оказывать влияние на психику и на сознание молодых казахстанцев, или на наших детей, в принципе, воздействовать и влиять откуда-то со стороны. Помимо этого, конечно, это я не говорю о том, что только вот должны какие-то органы специальные там реагировать на все эти проблемы. Родители. В первую очередь, это родители, это домашнее воспитание, и это, конечно же, знаете, наше вседозволенность. Сейчас родители позволяют все своим детям, да, в принципе. Раньше, когда нас с вами воспитывали, как-то у нас были какие-то рамки, ограничения. Сейчас же родители уже с двух, даже с одного годика суют детям в руки гаджет. Любой гаджет, планшет, телефон, лишь бы отвязаться. Я считаю, что это они, знаете, хотят избежать еще от своих воспитательных каких-то функций, да, и хотят все это спихнуть на гаджет. А гаджет, да, в конце концов, не всегда говорят то, что мы хотим, да, хотелось бы нам. Тот же мультфильм, например, который все так сильно любят, «Спанч Боб», я всегда говорю, да, вы понимаете, чему он учит? Он учит тому, что морская губка где-то на дне океана может разговаривать. Это тоже нарушение в психике. Также мы привыкли, что разговаривают только люди, и только у людей может формироваться речь, в принципе, да? Конечно. А мы воспринимаем это все вот как... Дети наши воспринимают все буквально. Ребенка, да, и он думает, что губка реально может разговаривать, в принципе. Вот вам, пожалуйста, уже в сознании вкрадываются какие-то элементы, которые действительно не являются воспитательными. Угу. Все зависит от родителей. Потом плюс предлагается сейчас, что регистрация детей в соцсетях будет ограничена, и у нас будет разрешаться эта регистрация с определенного возраста. В принципе, я думаю, что это нормальный как бы шаг, и это нормальное действие. И это не просто так, знаете, как захотело правительство или захотело руководство, и все, и решили ограничить. К этому мы пришли с научной точки зрения. Буквально мы провели очень много социальных опросов, социально-психологических опросов среди родителей казахстанских. И вы знаете, я вот буквально сама автор этих анкет и автор этого опроса. Все родители, как один мне говорили, мы за, чтобы ограничили наших детей в пользовании социальными и сетями. И причем сами же, собственно, ручно суют вот эти гаджеты, сами говорят, пользуйся. Правильно, мой, да, правильно. А вот также на круглом столе представитель прокуратуры Кызылординской области, да, рассказал, да, об эксперименте, когда они для школьников создали запрет на использование смартфона, вообще на пронос с собой в школу, скажем, гаджета там или смартфона. Да? Вот вы как считаете, это правильная мера? Я считаю, что это абсолютно правильно. Вы знаете, так как сама я преподаю в университете, я всегда вижу такую картину. Я захожу в аудиторию, жду своих студентов. И пока перемена, заходят мои студенты, впереди заходит смартфон. Потом заходит сам студент. И у каждого студента на столе стоит смартфон. И они постоянно все в телефоне. Они постоянно ищут там какую-то информацию. И постоянно какое-то общение идет. Тысячи групп, в которые они зарегистрированы, которые, может быть, никакой пользы не приносят, но, тем не менее, они забирают мозговую деятельность. Конечно. И заполняют наше мышление, нашу психику, в принципе. Да? И сейчас мы тоже предлагаем тему у нас для исследования, то, что вот зависимость от смартфонов. У нас и зависимость от смартфонов сейчас есть в обществе, в принципе. И это тоже проблема у всех нас. И то, что в Кызылорде сделали эти ограничения, это очень правильно. Но даже сейчас у вас, но это по необходимости, по работе, да, на столе тоже планшет, как бы, да? Вот. А в Кызылорде то, что сделали, это не только для школьников, но и для учителей. Ограничения будут и для учителей, и для школьников одинаково. Реально, смартфоны отвлекают. Если только кому-то позвонят, те же учителя могут позволить себе выйти в коридор, поговорить по телефону. А это может оставить тех же детей одних в аудитории.
И вы знаете, буквально говорят же, за минуты, за две минуты можно совершить какое-то противоправное действие, конечно, которое может привести к необратимым последствиям. Поэтому я считаю, что это действенная мера. Пожалуйста, ты вышел за территорию школы или ты вышел с урока, ты можешь включить, ты можешь разговаривать. И мне кажется, нет такой неотложной информации, которая не вытерпит 45 минут школьного занятия, конечно, или 50 минут университетского занятия. Тем более в таком возрасте, да. Конечно. Как вы думаете, также на круглом столе были высказаны мнения относительно того, чтобы создать какие-то казахские, например, социальные сети, да, внутри? Вы знаете, внутри страны для того, чтобы, я не знаю, пропагандировать наш менталитет, пропагандировать культуру. Я вообще считаю, что так как мы действительно развитая страна и стремительными шагами идем вперед, и как бы реально достижений у нас очень много за все годы нашей независимости, и это правильное решение, и я считаю правильно, что мы должны как бы ограничить все это и первыми ввести эти какие-то запретные меры на ограничение. А вообще есть где-то вот прецеденты? Вы знаете, прецедентов, вот сейчас только Европарламент предлагает проект, только проект, что попробовать ограничивать детей с 13-14 лет, там еще у них, как бы, знаете, идут трения, но только с 2018 года. Мне кажется, если наша страна будет первой в этом вопросе, то общество, я думаю, будет пример брать с нас, потому что это не мнение кого-то со стороны, это мнение общественности, это мнение родителей, которые воспитывают своих детей и которые хотят сберечь свое поколение, чтобы у нас была здоровая нация, здоровая страна. А вот вы как психолог, как профессионал, скажите, пожалуйста, вот зависимость от смартфонов, да, зависимость от социальных сетей, от интернета в целом, это уже по-настоящему зависимость, то есть это уже отклонение от нормы, вот в психологическом отношении? Вы знаете, я даже сейчас вам скажу, да, сейчас в мире принято в медицине новый термин нетохолик, то есть зависимость от интернета, и она реально существует. Три вида зависимости есть. Первое – это онлайн-знакомство и общение в интернете. Второе – это игромания, если вы слышали. Uh-huh. И третье – это уже поток информации, увеличенный поток информации. То есть мы с вами, если кто-то не знакомится, не хочет общаться, ищет постоянно какую-то информацию. И мозг уже привык к тому, что он должен, знаете, выборочно то тут взять какую-то информацию, то здесь. То есть без конца нужно выбирать, и чтобы был постоянный доступ к какой-то незначительной информации, которая не играет никакой роли, но которая заставляет мозг жевать эту информацию, как жвачку. Мы же привыкли к жвачке. Если мы жуем ее, то, как бы, знаете, это продолжается там час, два и так далее. И вот мозг, оказывается, к этому привык. Или, например, игры. Мы тоже знаем, как молодежь у нас бесконечно сидит в компьютерных клубах. Есть очень много различных гаджетов, которые сейчас как раз-таки вот позволяют им играть вот в эти игры. Это зависимость. Вот, на самом деле это зависит, это ущербность, да, я считаю. Вот если человек не может познакомиться, ведь как бы и родители наши, и мы с вами, вот наше поколение, каким-то образом смогли как бы и знакомиться на улице без этих смартфонов, да, без интернета, и конечно, создавать семьи, да, Вот будущее поколение вообще какой-то шанс имеет на это? Это каким образом, я не знаю, бороться психологически? Конечно, имеет, и опять-таки все лежит в корень в воспитании. Это мы, наверное, будем готовить, согласно вот нашей теперь программе, специальное введение ограничения, мы будем готовить программу по воспитанию ребенка и по воспитательные меры для родителей. И, наверное, будем готовить уже наших родителей к тому, как обходиться без смартфона и как сделать жизнь интереснее ребенку без этого смартфона. Наши дети могут обойтись. Конечно, это возможно. И даже исследования, которые были проведены среди учащихся школ, показывают, что где-то 62,5% исследуемых, они зависимы от соцсетей, то есть они привыкли находиться в соцсетях, 62%. Но той, да, 62,5%, но той зависимости, которая делает уже как привлечение там каких-то специалистов или болезнью, пока нету. Но правда 37,5% уже требует вмешательства окружения и вмешательства специальных узких специалистов, чтобы отвлечь ребенка от этой болезни, в принципе. Это уже болезнь. Это ведь миллионы, ну сотни. Это тысяч. Уже сотни тысяч. Правильно. Где же мы столько узких специалистов-то найдем для того, чтобы с каждым ребенком проводить или с каждым человеком проводить уже непосредственно индивидуальную беседу для того, чтобы каким-то образом его вылечить от этой зависимости. Но тем не менее, мы находим же специалистов, которые обучают наших детей, тысячи химиков, тысячи физиков, тысячи там педагогов, и точно так же специалистов этих надо готовить, надо распространять это в СМИ, в средствах массовой информации, ну, как вести работу, как заинтересовать своего ребенка. Как вот вы сказали, нужно создать свои сайты, обязательно наши казахстанские сети. Если уж без сайтов не может обойтись ребенок, давайте наши сайты, давайте альтернативу предложим, и будет что-то, то, что будет
будет развивать нашу молодежь, что будет интересно нашей молодежи, в принципе. Я думаю, что все это возможно. Невозможного нет, я всегда так говорю. Я надеюсь на то, что мы с вами встретимся здесь, на программе интервью на телеканале «Хабар-24» еще не раз. И большое вам спасибо за то, что нашли время. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в гостях нашей студии была доцент кафедры социальной педагогики и самопознания, кандидат психологических наук Алия Мамбеталина.